AV ресивер SR6007 даже внешне напоминает флагманскую модель в линейке ресиверов Marantz, однако только внешним сходством дело здесь не ограничивается, и набор функций Marantz SR6007 весьма впечатляет. В частности, аппарат сертифицирован для работы в домашней медиасети по стандарту DLNA, может работать с гаджетами как на операционной системе Android, так и iOS с поддержкой AirPlay. По сети ресивер может воспроизводить аудиофайлы всех популярных форматов, в том числе и Lossless FLAC WAV. Стоит также отметить наличие в ресивере входа для подключения ММ-звукоснимателя, проигрывателя виниловых дисков, что наверняка оценят многие меломаны. Как и у старшей модели, в ресивере Marantz SR6007 имеются фронтальные HDMI и USB входы, а также два HDMI выхода для одновременного подключения двух отображаемых устройств. Видеопроцессор ресивера поддерживает преобразование входного сигнала вплоть до разрешения 4К. Разумеется, HDMI-коммутация поддерживает передачу 3D-видео, а также функционал, который предусматривает спецификация 1.4a. Для автоматической настройки параметров окружающего звучания в SR6007 используется современная система калибровки Odyssey Mult XQ-XT. Предусмотрена система подстройки характера звучания Odyssey Dynamic EQ, а также автовыравнивание громкости звука при переключении между источниками Dynamic Volume. При желании можно подать входной аудиосигнал по кратчайшему пути, в обход всех вспомогательных схем. Предусмотрены также процессорный выход 7.2 и выходы для озвучивания дополнительного помещения. Marantz SR6007 развивает весьма серьезную звуковую мощность в 7 по 110 Вт и оснащен солидным сетевым трансформатором в надежном экране, защищающим чувствительные звуковые цепи от электрических помех. Выходные каскады, выполненные на мощных транзисторах с высоким рабочим током, гарантируют совместимость ресивера практически с любыми акустическими системами.